Мы продолжаем изучение тахпахов исполнения на хакасском языке. И сейчас я вам представляю текст тахпаха «Ошықты қазан тұрпыртыр». Я сейчас зачитаю текст, вы послушаете и дам перевод этого текста. Подробное пояснение каждого слова я здесь делать не буду. У меня есть другие отдельные уроки, посвященные изучению хакасского языка. Поэтому здесь я только, прочитая текст, поясню звуковые особенности хакасского текста. Ну и то, каким образом эти тексты будут исполняться и исполняются. Ну вот текст звучит таким образом. Очхтыр хазан тұрпартыр, олның шақсызы шилпартыр. Олның шақсызы шилғанда, ойнып-ойнып алаңыр. Хылғылық хазан тұрпартыр, қыстың шақсызы шилпартыр. Қыстың шақсызы шилғанда, хынығы ойын ойнаңыр. А теперь зачитаю каждое слово в отдельности. Ошықтығы хазан тұрпартыр, олның шақсызы шилпартыр. Олның шақсызы шилғанды, ойынып-ойынып алаңыр. Хылғалығы хазан тұрпартыр, қыстың шақсызы шилпартыр. Хыстың шақсызы шилғанды, хынығы ойын ойынаңыр. Ну и вот в естественном звучании я опять зачитываю этот же текст. Ошықтығы хазан тұрпартыр, олның шақсызы шилпартыр. Олның шақсызы шилғанды, ойнап-ойнап алаңыр. Хылғылығы хазан тұрпартыр, қыстың шақсызы шилпартыр. Қыстың шақсызы шилғанды, хынығы ойын ойнаңыр. А теперь даем перевод этого тахпаха. Ну, вы уже текст тахпаха видите, и смысл его уже понимаете. Уж готов казан с треножником, и парни озорны собрались. И раз уж собрались лучшие из парней, давайте поиграем. Немного нужно рассказать о самом смысле тахпаха. Ну, понятно, что тахпах родился во время молодежных игр. Ведь молодежь, она всегда играет, она всегда общается между собой, и раньше было то же самое. И, конечно, когда молодежь собиралась, они что? Они пели тахпахи. Ну вот один из тахпахов, который был, видимо, кем-то сочинен, девушкой или парнем, или вот он был таким образом исполнен в одном из игр.